готовы продолжать свою работу. Геологическое предприятие «Волга-Экология» МИР. Алексей Маркович, я знаю, что ваш... Но надо в первую очередь все-таки мерить речь, говорить свое. Я знаю, что внимание источника водохранения, как это правильно сказать, источник. Для чего нужен перерыв? Приходится объяснять. Это наиболее имеет примеси там. То это является соответственно. Когда мы пьем воду из Волги, сотни стреляем мы только самим. Это все хорошо, но в этом здании все комитет городской думы всех год заседание правительства города выступал на законодательного собрания, принимается внимание. Кому-то пока реально. Ну, надеемся, что они вода камень точит. Но это другая проблема. Значит, как вода лучше, которая взята из катаны. Это зрение как. Ну, допустим, вещи. Вот недавно на горе целый город. Системы вода это надежно очищена базилика. И в наше время достаточно сухопутствий и мгновенного, которые если хотите, вот поэтому иметь водоснабжение источник снабжения. Это не мои идеи. Сегодня в России принято программа. Вот и во многих и областях. В частности, в области. Ведь вы представляете, такая огромная область, которая печет водой и Москву, и себя, дополнительно строит их изучение, чтобы поставить городу нескольких метров воды. А они работают заниматься. Совместно с нашим выбить для Нижнего Новгорода защитить такое. Она недалеко совсем, где положено стоять. И мы должны утвердить предварительные запасы 150 так сказать, за счет тут резервов. Теперь ждем, когда наконец в области города. Хотя я знаю, что и урон держит. Ссылка будет преодолена. И город власти. Такие. У нас есть люди, которые готовы этим шли. Полной воды. Запасов государственного может стоить. Ну, мы сейчас не можем уже ставить. Могу точно сказать, что утверждение запаса водовода может было 50 области строится каждый из которых стоит для того, чтобы подземный воздух. А где
подземные воды. Частично подземные воды. Пловский водозавод, так называемый. Если говорить о крупных, то... Нет. Структуры подземные есть. Мы там... Сначала не сами делали, потом не пришлось. Забор, он стал грязнее. Мы не дали. Саров тоже. Это не такой город, который бы нам хотелось. Если городов, то это и все-таки будут найдены. Будут собраны первые источники. Пивую из... Вопрос вот какой. Мы когда загружали забор, мы только получают при этих технических целей вот. Для хозяйства я лично считаю, почему мои коллеги расходуют на... Ну, просто... Это... Но тут надо, конечно, пройти наш порядок. Говорят, что ну, мы приведем эту... Идем ее в водопровода. Там отношения, короче, хорошие. Все качество теряет плохую, при этом, да. Давай будем работать. Надо ее привезти. Если в очереди стоят врагов, значит, которые, конечно, можем хотя бы чистый. Для первого. Второе. Включить систему на резервную. Получится случаться с экологическими какими-то процессорами. Сразу можно будет использовать. Третье. Мешает труду. Постепенно начать чистые трубы, которые можно было бы сомневаясь пить воду. Но согласитесь, что это, мягко говоря, не просто не... Потому что плохие другие друга. И тоже непосредственно. У нас длительная весна, на которой тепловой в центре, насколько мы помним, произошло на Почаевском. Нам опыт Кремль. Как журналист очень хороший. На самом деле это серьезно. В течение многих работами дней конкретных. Буквально я не уходил набережные не постоянно все вот. А что с ним сделать? Можем сделать. Во-первых, знаем, как не подступиться. Образом. И
усиливается. И становится движение, да, как во-первых, сегодня делали в метрах. В разборе многих в советское время сегодня мы имеем сделать возможность на мосту сутки строили партии, что нельзя нервный срок произойдут. И когда произошло, там не было. Значит, что мы компенсируем. Ни город, ни область, ни копейки, ни исследования и на области, где везде есть уровень. Ну, что вы возле метро моста сделали неправильно? Я... Не привлекали службы. Я не знаю, правильно. Нас не привлекали, а всегда привлекали. Давали следующие время геологов. Что можно сделать? Сейчас я знаю, что раскидать неизвестные областные или решение установить службу. Должны быть и по изучению. Надо изучать. Но рекомендации по практическим процессам. В том числе тоже летом. Что с этим? Где это деньги? Лекарств Жигарской области. Служба. Это полагалось, да, в Дзержинске. Начиналось институт Академии наук. Это станция. Тоже их исследовали, так сказать, мелкими территориями. Вопрос развития и изучения процесса. Значит, время. Такова на пол. 2-3 частных предприятия, которые работают по хозяйственным не абсолютно никаких компаний. И геология тоже проводила свои исследования, исследования, как собирается. Ну, пока что положение не скрыто было в этой области. То есть пока вы вот чем-то занимаете, да? Ну, если бы мы надеялись, наверное, вы сейчас не сидели.
что-то, что много знаю. Хочу, чтобы мы в этом фотографии, эти секции, мы уже будем платы завтра. Рекам, те же процессы, те же сложности, те же... Во-вторых, мы соединили к мероприятию. Как посещение обстоятельств городского отделения. У нас ученые городского. И завтра просто российская. России. Это не только движение, это не только осуждение, все проще образование. Скажите, есть или юристы экономические? Начинали на когда не интересовались, сколько зарплата обычно. Я не хочу сказать плохо, потому что сегодня не принимает, думаю, понятно, что может, знаете, плохо, вот, но меньше к нам. И зарплата. Больше присутствующих в среднюю зарплату, такие серьезные фирмы, более миллиона квадратных километров от Астрахани. Бежит. Я говорю, молодежь, организация, например, та организация, о которой я говорил, опасная геологическая, половина молодежи. Города. И молодежь. Что ж, ладно, спасибо вам большое, не хочется вам это. И вообще просто и с нашим интересный проект, а самый нужный для нас. Я хочу напомнить, что в студии был директор Алексей.